Сегодня в Лондоне открывается неделя моды. Этой весной стало известно, что одно из главных событий фэшн-индустрии пройдет в Сохо. А перед самым началом показа британские дизайнеры решили выпустить на подиум собак. Разноцветное пальто и ошейники, принты в стиле лондонского ист-энда. Благодаря кропотливой работе модельеров, друзьям человека будет что примерить весной и летом следующего года.